Украина, Харьков. Добрый день. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комменты, жмем на колокольчик. Сегодня у нас вторник, 21 июня, 16:53. Ходил в ОТБ, базарчик. Это купил колбасу такую. Вот такая она. С языком полтавская называется. 216 рублей за килограмм. За 300 грамм. Сосиски топик. 4 штуки ребенку. Какие они выглядят. Килограмм 153 гривны. Сосиски топик. Дальше. Взял лимон. Лимон 53 гривны за килограмм. Штучка вышла на 11 гривен. Большой лимон. Буду добавлять его мохито. Вчера я делал. Добавлю лимон. Он какой-то чуть-чуть сладковатый был. Спрайт туда добавлял. Дальше купил масло. Масло купил в Агромоле. Стоит 60 гривен за пачку, 200 грамм. Бывают еще пачки 180 грамм. 82% жирности. 200 грамм, 60 гривен. Агромол, такая пачка масла. Дальше купил йогурт. Вот он, Простоквашкино. С наполнителем банан, клубника. Это, ну, жидкий он. Пить его, типа коктейля. Ребенку очень нравится, в жару хорошо идет. Вот еще такой, без додатков сахара. Жена мне его любит. Ест. Такой. Сколько там? Вот с 8 месяцев. Ну, не больше 8 месяцев. Но она его обожает прямо. Так, срок годности нормально. 11.06 до 11.07. Так, посмотрим. Сейчас 21.06. Еще годен. Так, дальше. Ага, молоко взял. Вагода ТБ 2,5%, 910 грамм. Вот коровье. Принято, что-то считал за литр, они детьми додают. Молоко стоило 35 гривен за пачку. Все, обзорчик я сделал. А, еще вот в Агромоле взял. Это рядом с ТБ киоск. Агромол одно время разбомбили ракетами. Там был завод коровы. Коровы бегали, короче, были заводы, короче. Так, и, ну, сейчас вроде восстанавливают продукцию потихоньку. Пригнали других коров. Вот сырок плавленый. Громол, коробка нарисована. Вот такой он. Срок годности 07 до 07 еще годен. Кран проехал. Краны проехали. Разбирали завалы. Сегодня попала, кстати, в электростанцию. Нах, это за индустриальный район. Где-то там, короче. И не было света 3 или 4 часа по всему городу. Но коммунальщики быстро сделали, молодцы. Я ходил в гости к маме, они уже все починили. Пришел свет, есть. Вот, ставьте лайки, кому понравился обзор. Пишите комменты. Это был канал Твой Навсегда. Всем удачи. Счастливо, пока. Подписывайтесь. Буду очень рад. Вы поддержите канал.